Буквально через несколько дней здесь, на улице Заводской, начнется торжественное шествие трудовых коллективов Ленинского округа. 50 колонн. Всего в них будет более 4500 человек. В числе делегаций сотрудники школ, детских садов, медицинских учреждений, общественных объединений, заводов, предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность округа. Есть и новые колонны. Представители торгово-промышленной палаты муниципалитета в шествии примут участие впервые. Около 150 предпринимателей из разных областей бизнеса. Идея формирования такой колонны, она пришла достаточно так неожиданно. Еще в 2017 году, когда мы отмечали День города и была такая же праздничная демонстрация, мы отметили для себя, что нет колонны предпринимателей. Поэтому идея родилась давно, и вот только сейчас мы можем ее воплотить в жизнь. Если погода нас не подведет, то я надеюсь, что и жители района, и предприниматели района хорошо проведут время, получат массу удовольствия от мероприятия. Также в рамках Дня района члены торгово-промышленной палаты на стадионе «Металлург» организуют ярмарку вакансий, где будут представлены более 20 организаций и 100 рабочих мест. Внушительную колонну сформировали медработники, около 200 человек, сотрудники детской и взрослой поликлиник, амбулатория округа, больницы. Мы отмечаем 90-летие нашего района, практически столько же лет нашей больницы существования, поэтому здесь можно это расценивать как неотъемлемое взаимодействие медицины, здравоохранения в Ленинском районе. Прямо с начала его образования и формирования. Хочется, чтобы все в районе знали, увидели друг друга в этом шествии, подружились, пообщались и разделили вот такую большую радость. В шествии идут целыми семьями. Это давняя славная традиция. Многие стараются украсить свои колонны яркими шарами и цветами. Представители учреждений надевают одежду и кепки с логотипами предприятий. Так, в этом году поступят и сотрудники Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства. В их колонне порядка 300 человек. Уже сейчас праздничное настроение, я считаю, что передается всем жителям. Очень активно участвуют все в этом. И люди зарядились некой такой энергией, да, как в рамках подготовки к зиме, собственно говоря, так и в рамках подготовки к 90-летию Ленинского района. Все-таки цифра такая круглая, значимая. И, безусловно, мы в этом участвуем. Колонны участников торжественного шествия начнут двигаться в 11:00. Посмотреть на это красочное событие могут все желающие. Далее празднование 90-летия Ленинского района и Московской области продолжится на стадионе «Металлург». Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.